создать форк монеты PlusCoin. Таково решение закрытой стратегической сессии команды DS Plus PlusCoin. Многочисленные эксперты и основной состав команды обсуждали дальнейшее развитие и выход из сложившегося кризиса, причиной которого стали недобросовестные действия со стороны крупных токен-холдеров. Так, один из крупных фондов-держателей токенов, нарушая соглашение, вывел часть монет на биржу, чем обвалил курс PlusCoin к эфириуму. Другой партнер начал движение фиатных средств под залог PlusCoin, что противоречит заключенному договору. Кроме того, были обнаружены крупные кражи PlusCoin с кошельков крупных токен-холдеров. В итоге выпущенный пул форк монет будет распределен между участниками ICO, исходя из суммы вложенных ими средств. До 10 мая выпущенная новая монета PlusCoin New PLCM будет распределена между токен-холдерами и выведена на биржи Ether Delta и Fork Delta. Обменять монеты PLC на PLCN можно будет до 10 июня. Интеграция новой монеты с P2P-платформой будет реализована до 10 мая. Эти действия, уверяют разработчики, приведут к устойчивости и надежности монеты, а также исключат возможность подрыва экономики проекта недобросовестными бизнес-партнерами.